Представьте, вы заходите в лаж, а там консультант Шухо, которая станцует для вас, сделает массаж и помоет ноги. Этот выпуск доступен эксклюзивно на Бусти. Ой, простите, мне очень жаль, правда. Простите, пожалуйста. Тебе правда жаль? Вы сморкайтесь один раз. Айдолы, работяги. Девушка, которая любит осень. Привет, Шухо! Заново! Осень 20-летних. Атмосфера 20-летних. Здравствуйте, ребята! Сегодня к вам пришла девушка-осень. Хватит! Сегодня, наконец-то, пришла малышка-айдол, которую я очень люблю. Угадайте, кто она? Угадайте! 3, 2, 1... Это я, Хэвон из NMIXX. Сегодняшний гость – озорная Хэвон. Приятно познакомиться. Еще раз? Да. Привет. Я Хэвон. У тебя все хорошо? Я слышала, что я буду подрабатывать. Конечно, будешь. Сегодня мы работаем в парикмахерской. Парикмахерской. Где вы делаете такие прически? Работа парикмахера. Ты справишься? Я буду следовать за тобой. Не доверяй мне. Не доверять? Хорошо. Ты сильная? Да. Я сильная. Раз так, то сегодня... Силачка о Хэвон. Тогда сегодня давайте полагаться на Хэвон. Говори громче. На тон выше. Выше? Кстати, в какую парикмахерскую мы идем? Я думаю, это она. Ты уверена? Это же дисконтный магазин. Это похоже на международный магазин закусок. Владельца, по-моему, зовут Ли Хун. Магазин Ли Хун, все по 30. Мистер Ли Хун, вы здесь? А вы не знаете, где Ли Хун? Как представитель, он находится в офисе. А я управляю здесь. А кто наш Сомбэ? Она Сомбэ. Здравствуйте. Тогда почему вы так много говорили? Простите. Я директор Хами. Она из NMIXX. Я Хэвон. Она сильная. Хорошо умеет убирать. Дайте ей побольше работы. Хорошо, она будет много работать. Какая сегодня первая обязанность? Во-первых, вам нужно сменить одежду. Я специально оделась красиво. Это очень красиво, но... Вам нужен фартук, потому что легко испачкаться. Мы собираемся кушать куриные ножки? Вы когда-нибудь пользовались ножницами? Да, когда я ем рамен, то всегда их использую. Рамен? Сначала мы пострижем волосы манекену. Правда? Во-первых, будьте вежливы с клиентом. Поздоровайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте, клиент. Какой вам нравится стиль? Она не хочет с тобой говорить. Не хочет? Простите. Тогда сначала возьмите ножницы. Ножницы! Поместите ножницы на 4 пальца. Вот так. У вас хорошо получается. Медленно спускайтесь вниз. 1 и 2. Ножницы какие-то странные. Они плохо режут. Хорошо, тогда я буду их использовать. Все в порядке, все в порядке. Безжалостно срезает волосы. Выглядит странно. Учитель, у клиентки Минки торчит челка. Ты хорошо справилась. Ты молодец, правда? Выровняем рукой. Могу сделать, как чувствую. Да, потому что все и так уже плохо. Нет, пока рано сдаваться. Вы расстались со своим парнем? Молодец, что так сделала. Поэтому вы хотите постричься. Когда расстаешься с парнем, лучше стричься коротко. Короткие волосы – идеальный вариант. Правда? Почему? Ты так коротко подстриглась. Ты тоже рассталась? Нет. Это точно не про меня. Кто он? Айдол? Нет, о чем ты вообще? Вырежьте это. Директора JYP. Настолько волнуют такие вещи. Ты не можешь встречаться? Я не знаю. Нет, мне правда интересно. Он ненавидит это. Там есть несколько веников, принесите их. Вы же хорошо убираетесь. Хэвон хороша. Я? Я тебе все покажу. Спасибо, Сомбэ-ним. Все уберем. Сомбэ-ним, у вас есть пылесос? Ты можешь убраться здесь, прям как пылесос. Поместилась. Убирай, побыстрее. Не ругайтесь, не ругайтесь. Мы не ссоримся. Мы любим друг друга. Не пойте.
К клиенту пришли? Хорошо. Здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте, проходите. Вы резервировались? Вы забронировали на 2 часа. Поставь галочку. Да. У вас химическая завивка. Да. Спасибо, спасибо. Присаживайтесь сюда. Проводи до кресла. Бигуди и вода для завивки. Средство, которое мне нравится. Машина для завивки. Подключи шнур. Шихуа, налей сюда воды. Открой и налей до половины. Шихуа, возвращайся поскорее. Уже иду, уже иду. Почти готово. На 10 минут. Если вам скучно, Хэвон может спеть для вас. Она много песен знает. Я музыкальный автомат. Какая песня вам нравится? Я слышала, как Хэвон поет «Светофор». Какой сервис? Все для дорогого клиента. Как вам? Ты так хорошо? Хорошо? Нужно будет доплатить за персональный концерт. Мы берем $10 за строчку. Итого $20. Фольга, фольга. Быстро закрутим. Нужно действовать очень быстро. Подавай быстрее. Простите. Фольга. Бигуди. Пальцы бигуди. У тебя хорошие волосы? Да, они шикарные. Ты же не шутишь, да? Нет. У клиентки забегали глазки. Появился друг клиентки. Зачем вы пришли? Я просто жду. Ждете? Вы встречаетесь? Они ходят вместе в школу. Подруга! А вы не хотите сделать прическу? Нет, почему? Хотите стрижку 2 блока? Это не модно. Правда? А что сейчас в моде? Дэнди стиль. Что за дэнди? Какого актера? Чайну. Хо Чайну? Стрижка, которую делают красивые парни? Хотите, мы сделаем? Я уже сделал. Уже сделали? Простите. Я буду подстригать. Завяжите клиенту накидку, чтобы волосы не попали внутрь. Если вам некомфортно, просто дайте нам знать. Какой стиль вы бы хотели? Завтра будет фестиваль. И подруга, которая мне нравится. Хотите признаться во время фестиваля? Нет, как только встретимся. На фестивале ты вдруг выходишь на сцену и говоришь. Есть кое-что, чего я раньше не мог сказать. 2-й ряд, 4-е место. Да, Шихуа, я хочу вечно быть твоей половинкой. По-вашему, это самое худшее признание? Оно правда ужасно. Немного не так. Когда фестиваль закончится и мы пойдем домой? Когда пойдете домой? Нет! Что ты имеешь в виду? Поэтому мне нужно хорошо подстричься. У меня есть стрижка специально для вас. Один парень расхваливал эту прическу. Называется стрижка Дэнди. Как у Чайну. С моим-то лицом. Нет, вы очень красивый. Попробуем? Хорошо, я попробую. Дэнди стрижка, как у Чайну. Чайну? Не могли бы вы подумать еще раз? Как у Чайну? Отлично. Вы же будете признаваться в любви. Сделайте, пожалуйста, максимальное Дэнди. Дэнди бой. Кто старше? Она старше. У тебя есть вкус. Я первый взял у нее номер в учебном кафе. Почему вы не учитесь там, где нужно учиться? Что ты хочешь ей сказать? Попрактикуемся. Хэвон будет играть девушку. Что делать? У меня скоро экзамен. Нуна, удачи в экзамене. А если сдашь экзамен? Будешь встречаться со мной? Что? Хлобысь. Что ты имеешь в виду? О чем ты вообще? Дай ей выбор. Тебе правда не следует это делать. Ладно. А тем временем эти руки создают Чайну. А он похож. Они очень похожи. На расстоянии 100 метров. Есть прическа, в которую я влюбилась после просмотра аниме. Какого аниме? Зловещий смех. Не может быть. Эта прическа идеально подходит под школьную форму. Сразу видно работу мастера. Он похож на Чайну? Безусловно, очень. Нуна, убийственная улыбка. Иди домой. Приятного аппетита. Всем приятного. Вкусный корейский ланчбокс. Самбаним, компания заказывает доставку на обед. Да, ее доставляют, и мы кушаем. Сколько вам дают на обед? $6. Не слишком ли это мало? Это мало? Да. Когда я была стажером, мне тоже давали $6. И мне. А нет, 9. JYP дает $9. Первоначально было 6. Но стажеры получше получали $9. Капец. Какая атмосфера внутри компании JYP? Какие СМБ и ХУБ?
Самбэ всегда приветствует меня доброжелательно. Но я сблизилась только с теми, с кем проходила стажировку. Тогда хочешь, я познакомлю тебя с хорошей Они, с твоей же компанией? Ты знаешь Зиюй? Конечно. Вы очень близки? Конечно. Мы виделись недавно. Мы вместе покушали. Мы особо не разговаривали. Я сейчас не свяжусь. Мгновенное знакомство. Ты же ответишь, Зиюй? Как волнительно. Она взяла трубку, взяла. Подожди, минутку. Минутку, хорошо. Я все. Сейчас я снимаюсь в «Айдолы работяги». У тебя же есть Хубэ из твоей компании. Но у нее нет особо подруг Они. Хочу познакомить тебя с ней. Даю трубку. Самбэним, здравствуйте. Привет. Самбэним, я Хэвон из Адмикс. Привет, я Цзиюй. У меня нет друзей знаменитостей. Как ты подружилась с Самбэним, Шихо? Как мы познакомились? Я тоже уже не помню. У нас просто есть общий друг. Точно, тот самый друг. Этот друг меня представил. Значит, для начала у меня должен быть хотя бы один друг. У тебя есть я. А я тебе кто? Поскольку теперь ты дружишь с Шихо, теперь ты можешь дружить и с ее друзьями. Она меня поддержала. Старайся. Хорошо. Позаботься о моей Хэвон. Хорошо. Удачи. Зиюй, приходи на «Айдолы работяги». Хорошо, я спрошу своего босса. Не спрашивай, просто приходи. Все нормально. Хорошо, я пришлю адрес. Как-нибудь приду. Пока, удачи. Пока. Она не придет. Как вас зовут? Ким Ын Сон. Какой типаж вам нравится? Мне нравятся такие девушки, как Аю. Нет, это... Нет же! Я имею в виду прическу. О чем вы говорите? Мне нравится прическа Лидонука. Все получится. Мы недавно делали стрижку, как у Чейну. Я буду как Лидонук? Кажется, я влип. Операция начинается. Элегантное начало. Молодец! Идеально. Какая прическа? Как у Лидонука в Дораме. Это вообще возможно? За 20 лет карьеры это самый большой челлендж. Вы студент? Да, я учусь в Сунгил Клан. Какая специальность? Русский язык. Говорите по-русски? Скажите что-нибудь. Я рад вас видеть. Божечки, спасибо. Я сказал, приятно познакомиться. Спасибо тебе по-русски. Вторая операция. Нам нужно это спасти. Лидонук, ты ли это? Другой вайб. Отлично, всего пару касаний. Нужно протереть, постирать и положить сюда. Средство не должно остаться, поэтому помойте тщательно. Мы сегодня часто их использовали. У тебя был трудный день? Да, это был мой первый раз. Почти закончили. Сложнее, чем я думала. Это нелегко. Энмикс немного... необычные. Ваш вайб. Да, мы хотим смешить людей. Мы очень сосредоточены на этой цели. Ты можешь кого-то скопировать, спародировать? Сейчас акцент поколения X называют сеульским акцентом. Как это, например? Это бигуди. Они очень маленькие, но мы будем использовать их для укладки клиентов. Разве не здорово? У нее получилось, правда? Ты не знаешь этот акцент, Самбэним. Как ты? Когда это ты сможешь его использовать? Вот так. Таким образом. Как-то так? Да, не заканчивай предложение. Вот. Таким образом. Вот. Как-то так. Боже, это так сложно. В любом случае, мы разобрали все бигуди. Нам нужно убраться с работы побыстрее. Мне нужно скорее вернуться домой. Мне нужно на танцевальную практику. Не знаю, хорошо ли я справлюсь. Все получится. Я ничего не знаю. Пойдемте домой. Пожалуйста. Мы можем пойти домой? Вы проделали отличную работу. Там же не так много денег. Спасибо большое. Вы были так милы с нами сегодня. Можете уходить. Только после тебя. Мы должны уйти. Правильно? Ты хорошо поработала. Ты тоже Шихуа. У нее еще танцевальная практика. Так и есть. Я поняла, что подрабатывать тяжело. Поэтому сосредоточься на основной работе. Ну что, откроем конверт?
Мы сегодня постарались. Сколько же там? 10, 20, 30, 40 долларов. Всего 40. Вы работали 5 часов, час платят 8 долларов. Я получила денежку. Это твоя первая работа в Айдол и Работяги. Как тебе? Честно говоря, эта работа связана с людьми, поэтому я была осторожна. И поначалу была напугана, но через 2 часа я успокоилась. Точно. Благодаря тебе. За кадром ты меня очень подбадривала. Все в порядке, в порядке. Полегче, не нервничай. Говори что угодно, они отредактируют. Насколько ты удовлетворена сегодняшней работой? 3,5. Мне нравится разговаривать с людьми, поэтому было весело. Но я не люблю наводить порядок. Шихуа имитирует сцены своего собственного романа. Врезается в нее. Если вы пригласите меня еще раз, я буду очень рада. Не удалось сконцентрироваться. Сцена после титров. Мне сделать челку короче или сделать ее симметричной? Сбалансировать? Вот так? Подождите. Ее невозможно остановить. Замечательно. Красиво же, да? Нет.